У специалистов учебного центра Волгодонского филиала горячая пора. В рамках профориентационной работы они проводят экскурсии с учащимися школ города. В течение недели ребята из школ и лицеев Волгодонска будут знакомиться с уникальными производственными возможностями машиностроительного завода. Вот привели сюда ребят, чтобы посмотрели, что такое там МАШ. Его строила вся страна, поэтому должны знать все. Особенно живешь в городе, зная о нем все. Ну и сразу смотрим профессии, потому что кто-то пойдет выше, кто-то останется в городе, здесь работа нужна будет. Поэтому приобщаем детей. Экскурсию проводят специалисты учебного центра совместно с мастерами производственных участков. Они показывают ребятам, как изготавливается оборудование для атомных станций. Очень столько всего нового интересного узнала. Тут просто не передать словами. Очень красиво. Мне очень больше понравилось, когда кузнец сделал из небольшого накаленного куска металла сделал большую длинную пластину. Запомнились больше всего краны, которые перетаскивали эти большие детали для реакторов. Мне очень понравилось, я много всего нового узнала, какая техника есть, как она работает, как вообще создаются такие детали. Было очень интересно, впечатления вообще большие остались. Мы хотим познакомить детей с профессиями, которые востребованы на Атомаше, и впоследствии пригласить их к себе на работу. Светлана Хасанова, Евгений Лядов, Волгодонский филиал АМ-технологии, специально для программы «Страна Росатом».